Обновленная стойкая крем-краска серии «Эксперт» вышла в новом дизайне и с новым улучшенным составом. Что здесь есть? Биотин – это витамин В7, который укрепляет стержень волоса, делает пряди более прочными, придает им многогранный блеск. Драгоценное масло амлы, которое придает волосам питание, то есть питает по всей длине, придает мягкость и шелковистость. И технология запечатывания цвета. То есть теперь цвет краски на волосах держится еще дольше, до 10 недель. Стойкость цвета и, конечно же, в составе в два раза больше ухода. И на самой упаковке написано, что краска содержит биотин с технологией запечатывания цвета, как я уже и сказала. Давайте посмотрим, что внутри. 100% закрашивает седину. Я взяла номер 801. Что у нас здесь есть? Палитра, 26 потрясающих оттенков для лучшего выбора. Я вот себе как раз приобрела саму палитру, чтобы можно было ориентироваться не по цвету в каталоге, а именно вот как в профессиональных салонах, да, когда приходишь и смотришь здесь как раз волосики и выбираешь подходящий цвет. Так, итак, 26 оттенков и 10 новых оттенков, очень популярные, которые сейчас у нас идут. Пепельно-розовый, а затем блондин клубничный добавлен. Вот самые такие золотисто-медные, самые такие актуальные, интересные новиночки. Очень светлый пепельный блондин, фиолетовый, причем под тон холодный фиолетовый. Здесь ультраосветляющий блонд, совсем прям белый-белый. Ну и вот их клубничный, очень даже интересный, можно попробовать его. Потом очень светлый блондин, платиновый. Но я не буду по каждому цвету проходить, потому что 26 потрясающих оттенков стойкого цвета. Вот так выглядит палитра. У нас таблица оттенков на обороте, исходный цвет, название тона, исходный цвет и степень интенсивности уже будет прокрашивание. Ну и, соответственно, номера тона, артикул продукта в каталоге. Название, удобная очень палитра оттенков для выбора. Итак, посмотрим в коробочке, что же у нас есть. У меня оттенок 801, светлый блондин натуральный. Итак, что у нас идет? Достаем. Все, что есть в коробочке. Инструкция. Обязательно инструкция есть в каждом. Она коротенькая, удобно ею пользоваться. В самой инструкции тоже прописано, что в коробочке находятся меры предосторожности, как пользоваться. Но все, как говорится, все то, что мы всегда и знаем, но лучше прочитать. Инструкция – это обязательно. Затем идет у нас молочко, проявитель. Сама красочка в тюбике, уход с биотином и маслом амлы. 50 мл. Здесь у нас идут перчатки упакованы. И самое интересное – это ухаживающий бальзам после окрашивания, который придает шелковистость, блеск, ухаживает. У него очень усиленная формула, именно ухаживающая формула, которая бережно ухаживает после окрашивания за волосы. Разработан специально, видите, для завершения процедуры окрашивания, питает волосы, делает их гладкими, шелковистыми, продлевает яркость и интенсивность цвета. Биотин укрепляет волосы, придает им здоровый сияющий вид. Масло амлы питает волосы, делает их мягкими и послушными. 50 мл бальзамчик. И что интересно, я, как говорится, сейчас буду краситься, эта краска не пахнет вот этим едким аммиаком, который вот обычно покупаешь, и когда красишь, просто выбивает глаза. Здесь же в этой красочке идет нежный цветочный запах, что, собственно говоря, я сейчас и проверю. Итак, это была новая красочка из серии «Эксперт». Краска для волос с улучшенной формулой и с биотином. Привет, мой эксперимент с новой стойкой краской серии «Эксперт» от Faberlic, которая вышла в 5-м каталоге. Страница каталога как раз-таки презентует новую краску. И вот что у меня получилось. Стойкая крем-краска. И давайте сейчас проверим, а соответствует ли заявленный цвет в упаковке, на упаковке, с реальным цветом, который получился в итоге. У меня здесь есть дополнительная палитра всех оттенков. 26 оттенков, 10 из них новых. И посмотрим, как же в каталоге. И в каталоге также 26 оттенков и 10 новых. Итак, у меня оттенок 801. 801 – это светлый блондин натуральный. Смотрим в каталоге. 801 – светлый блондин натуральный. Вот так выглядит этот оттенок. Что получилось у меня? Вот такой оттенок получился у меня на волосах. Причем на самых светлых волосах. И давайте посмотрим, откроем палитру. Не как в каталоге, а как именно профессионально заявлена она на волосах. 801. Вот оттенок этой красочки. И давайте приложим. У меня вот как раз кончик. И где он тут? 801, чтобы мне его... А, вот так вот я сейчас поднесу, чтобы было видно. И посмотрите, он великолепно подходит. То есть один к одному заявленный цвет. Даже на мои самые-самые светлые, практически белые волосы. И причем с сединой великолепно прокрасил. Краска хорошо прокрашивает и соответствует. То есть, о чем это говорит? Можно смело брать, какой вы хотите себе оттенок, такой цвет на волосах вы и в итоге его получите. Замечательно прокрашивает,
То есть седого вообще не видно. Но это у меня просто как бы после первого мытья. Он еще, конечно, подсмоется немного. Но, тем не менее, производитель заявляет до 10 недель стойкости. Поэтому будем экспериментировать, будем смотреть, как он будет проявляться. Красочка прекрасная, с биотином. Что мне в ней особенно понравилось, так это то, что нету, когда наносишь на волос, нету вот этого едкого аммиачного запаха от краски. Когда покупаешь краску, красишься, и начинают и глаза слезиться, и в нос этот неприятный запах дают. Здесь же нежный цветочный запах, который есть в этой красочке. То есть, когда вы красите, вас ничто не раздражает, вы не отвлекаетесь, и нет такого чувства быстрее бы накрасить и все, и потом смыть. Здесь вот просто прекрасный запах. Мне очень это понравилось, волос не сушит. А бальзамчик, который идет в самой краю, в дополнении, в комплекте, он действительно ухаживает, волосы становятся мягкими, такими шелковистыми, блестящими, и с ухаживающей формулой после покраски, после того, как краску смыли, нанесли бальзам, и итог, конечно же, очень здорово. Вот он такой шелковистый, приятный, приятный волос. В общем, я очень довольна, а главное, я довольна еще и тем, что заявленный цвет идет так, как есть, то есть он соответствует. Это очень-очень радует. Причем даже соответствует, как в каталоге, на страничке. Поэтому не бойтесь, берите, и все будет замечательно. Прекрасная краска, я очень-очень довольна. Еще раз повторюсь, неоднократно. То есть я довольна.